Jako kosyzniki. Astronom. Thank you.
Я ему уже ничем не помогу. Всем постам. Поступились. Первый день в Сибири и Нате. 2 года в Афганистане, еще один в Индонезии и ничего. А тут один день во льдах, бац, уже одного убил. Я смотрел, как у парня стекленели глаза, а он все о чем-то просил. Не по-русски, черт его знает. Так что я просто ждал и смотрел. Только что передо мной был человек, и вот ничего. Просто кусок мяса. Меня стошнило. Заблевал сугроб прямо поверх его крови. Он был мертв, а я жив. И чувствовал себя прекрасно. Константин все время повторяет, что мы здесь с особой миссией. Говорит, что мы выполняем Божью работу. Я, кажется, начинаю его понимать. Константин едет из тюрьмы. Нужно навести порядок до его приезда. Эй, меня кто-нибудь слышит? Чтоб тебя, съесть ни к черту. На троих вооруженных людей с одним топором. И как только одного из них удалось взять живым? Кто они вообще такие? Разведка докладывала, что... Стоп! Нужно посмотреть. Вас понял. Погоди, что-то не так. Где-то там. Я ее вижу! Убить ее! Еще прибывают. Дальше от огня. В них патроны. Каждый на вес золота. Стрельбу уже пару минут не слышно. Вот и все спокойно. Особо не расслабляйся. Пока не восстановим связь с тюрьмой, будь начеку. Нам рассчитывать не на кого. Это вертолет Константина. Какого черта он здесь забыл? Одного из местных взяли живьем, хотят допросить. Но это стоило нам троих. Наверное, начальство хочет знать, что им известно. Константин ожидает от нас большего. За эту ошибку кто-то поплатится. Отложи боеприпасы. Храни их отдельно от провизии. Пусть будут под рукой. Чему пригодятся. Так точно. Большая часть пайков после взрыва сгорела. Ха, сюда не годится. Нужно установить ловушки по периметру. С тем, что есть, я могу сварганить пару сюрпризов. Thank you.
Этот наш! Вот дерьмо! К оружию! Пойдем на разведку. Проверяю кусты. Там есть кто-то еще. Я знаю, что брался за сомнительные дела и что тебе это не по душе. Но я не мог упустить этот контракт. Я годами пытался наняться к Троице. Они не светятся, платят кучу денег, и у них всегда есть работа. И вот я здесь. И уже хочу назад.
Мы торчим в заброшенном советском комплексе у черта на рогах. Никто не говорит нам, что происходит. Сейчас окажется, что мы помогаем каким-то бандитам добыть ядерное оружие. И это еще в лучшем случае. Напиши мне, как только получишь это письмо. Я наладил безопасный канал в сети. Для такой операции защита слабовата. Впрочем, они меня для того и наняли. Старый советский плакат. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Застрели его. Он либо заговорит, либо сдохнет. Сука, один шанс. Как оно там? Утечку вряд ли устраним.
тогда придется перекрыть трубу, пока не найдем новый день. Сомневаюсь, что сможем найти здесь запчасти. Я оставил тебя за главного. Да, сэр, но мы не ждали такого сопротивления. Ты был моими глазами. Ты должен был видеть и понимать, как много зависит от успеха операции. Да, но... Нет. Нет. Не понимаешь. Нет. Да и как ты можешь? Тише. Тише. Не бойся страданий. Мы очень близки к цели, но должны сохранять бдительность. В случае успеха нас ждет новый мир. Наш собственный мир. Константин, вас срочно просят вернуться в тюрьму. У нас пленник, возможно, знающий про артефакт. Будьте верными, и войдете во славу святого источника. И что с ним делать? Не трогайте его. Похоже, у нас снова утечка топлива. Что тут случилось? Это у нас проблемы. Давайте его перекроем. Мы больше не можем позволить себе терять топливо. Сейчас сделаю. Держи крепче. Надо приложить усилия. Черт. Муфта прохудилась. Можешь помочь? Да, конечно. Давайте его перекроем. Мы больше не можем позволить себе терять топливо. Сейчас сделаю. Держи крепче. Надо приложить усилия. Черт. Муфта прохудилась. Можешь помочь? Да, конечно. Головы по
Снова советская пропаганда. Ночь работе не помеха. Нужно разжечь костер. Нужны дрова. Чьи-то четки. Эти четки почти совсем истерлись. Здесь Константин, тот, кто пытался убить меня в Сирии. Он жесток и опасен. И что хуже всего, непоколебимо уверен в истинности своих бредовых идей. Мне вообще везет на религиозных фанатиков. Впрочем, ничего удивительного. Кто еще будет так охотиться за тайной бессмертия? Его люди упомянули пленника, который может что-то рассказать. Может, это один из здешних обитателей? Если так, что он знает? Люди Троицы не церемонятся при допросах. Надо найти его. Узнать, что ему известно. Заручиться доверием местных будет полезно.
стреляй. Я тебе не враг. Рот считает, что я должен научиться стрелять. Сегодня он преподал мне несколько уроков. Я совершенно безнадежен. Я всегда говорил, что все, что нужно на природе, крепкая трость и удобные ботинки. Сказал ему, что лучше управляюсь со словами, чем с оружием. Он посмеялся и предложил мне словами усмирить разъяренного бизона. Я ответил, что для этого у меня есть он. Спасибо ему за заботу, но мне почему-то кажется, уроков больше не будет. Рот всегда говорил, что глаза и руки у меня от мамы. Тем летом он начал учить меня стрельбе. Потеря топливных баков их задержит, но не остановит. Вы вообще кто такие? Я все объясню позже. Если тебе нужны ответы, слушай внимательно. Нам удалось уничтожить старую радиовышку, но она была связана с другими при помощи ретрансляторов. Их нужно отключить. Помоги мне, а я поручусь за тебя перед остальными. Я им займусь. Хорошо. Времени у нас мало. Красная армия приближается. Я следил за ними неделю, смотрел, как сотни людей строят железные чудовища во льдах. Многие умерли, и их мерзлые тела разбросаны по тундре. Никаких погребальных обрядов, ни похорон, ни костров. Эти чужаки – жестокие безбожники. Что они ищут? Драгоценные металлы в горе? Или, как многие их предшественники, они пришли за святым источником? Вновь моему народу пора готовиться к войне. Я проник во вражеский лагерь и узнал, что они пришли за сокровищами горных недр. Они понятия не имеют, какую тайну мы храним. Строители железной дороги сами пленники, рабы Красной армии. Теперь по железной дороге движутся огромные машины, которые привозят новых рабов, провиант и сырье для постройки небольшого города.
Пора мне вернуться к моему народу и спланировать нападение. Если мы сумеем измотать их прежде, чем они доберутся до горы, возможно, они сдадутся и повернут назад. Надо бы из пленника побольше выбить. Если придется звать Константина, он не обрадуется. Мы продолжим давить, но его явно учили сопротивляться допросу. Похоже, это лидер потомков. Он должен знать о святом источнике. Найди его слабость. Включи фантазию. Пленник. Надо отыскать его.
Вы первыми зажгли звезду прогресса. А, это во славу космонавтов. Трансляторы связи. Наверняка работа троица. Троица ищет источник. Надо узнать, что им известно. Кончила? Уничтожила все передатчики? Еще нет. Я не все нашла, но найду.